2 мільйони тонн зерня намолочено у Білорусі. У лідерах по валовим збори Брестская і Гродзенская області. Про удачайності флагманом по-ранішому застається Приньоманський край. Тут середній показчик більш за 31 центнер з гектара. Тим часом гарячая пора довжиться. У СВК в області робяться усі заходи, каб собрать новий урожай хутко і якісно. І в гэтай справі нема дробізей. На випадок непрадбачної поломки імгненно готовы выехаць мобільныя рамонтныя бригады. Закрыты ўсе пытанні на конт гарачага харчавання і санітарна-гігіенічных умоў працы. Ірына Юшкевіч раскажа. Працоўный день у столовцы господарки Неверовича Волковыского района начинается с 7 раницы и может закончиться нават о полночи. Каб жниво шло без сбоев, важно усе – и справная техника, и доброе надворье, и споживное харчаванне. Мария Копач – головная на кухне. У загадчицы и невеликого коллективу головная задача – смачно накормить больше за сотни механизаторов. Каждый день тут складывают новое меню с уликом гастрономичных пожаданий працовников. И работа эта потребует уваги и докладных разликов. У нас 110 обедов и 82 ужина. Ну вот где-то на уборочную вот такие у нас порции. Это примерно по объемам, ну, литров 60, да, супа, и вот 110 человек, это 9 килограмм гречки. Сегодня были куры жареные, это по 300 грамм на порцию на человека. Вот это 32 и там 10, 30, ну, короче, 34 где-то килограмма. Одна справа приготовать ежу, зусім іншая развести по полях. За день специальный автобус проезжает сотни километров. Леша, привет. Давай веди свою бригаду сюда. Я приехала, привезла вам первым кушать. Едите сюда покушается. Веди всех сюда. Светлана Стасевич на жниве працует раздатчицей. До своей работы женщина относится вельми отказно, и до кожного механизатора у ее особистый подыход. Здравствуйте. Сегодня у нас на первое щи, на второе гречка с курицей и компот. Вы первые у меня. Испробуйте и скажите свое мнение. Такую опеку означают и хлеборобы. Кажуть, ежа у девчат отрымовывается, как хатняя. У свою чергу керавництва господарки клопот о работниках только подтрымливая. До жнива тут створены усе належные бытовые умовы для механизаторов, а так само наладжены безопасный працовный процесс. Все наши работники обеспечены спецодеждой, как летней, так и зимней. На территории мастерских есть комната приема пищи, есть душевая, есть комната для того, чтобы люди пришли, могли переодеться, помыться и спокойно, чистыми уйти домой. Такие относины и от хлебороба вымогают отповедной отдачи. На мясцовых полях сапраўды гарачая пора. Означим, что СВК Гродзенщины уже пераодолели экватор жнива 2018. По опошних дадзенах, у регионе убрана амаль 52% площадь от запланованного.